достаю. Слишком далеко. Доброе. Войд, Войд, ну что там есть слоты на вики? Ну что, бля, я тебя в Дискорде слышу. С тобой никто не хочет говорить, иди отсюда. Вот, я у тебя в честь. Ну я об этом не знал, просто все. Каску магам дайте. Спасибо. Он у него шмот в банке. А он там квесты забывает брать, блядь. Как обычно. Кулак по руке дайте. Там вроде всех суманули.
Ну что, турбо танчит? На панель? Я так Геру дать не мог. У тебя бартендер стоит? Нет, там просто в книге заклинаний ты не можешь прожать. Меня... Пока висит там... Ну да, я не могу прожать из-за бартендера. Мешает аддон. Я вот даже без аддонов ты его не тыкнул. Ну, хуёво. А можно сальво мне кинуть? Слушай, а когда он не приземляется, она груз скидывает? Очень сложно. Плюс чат, кто выжил. Раз не в 10, надо заменять обязательно. Блядь, что нахуй катает? Так я да. Я думал, турбо не сможет забрать его, блядь. Потом вместо инвиза снял МК с себя. Потом меня катануло между плитами, нахуй. Thank you.
Ну, это Лоране, скорее всего. К сожалению. Ну что, вот там пати выйдет гулять. Все, запускай. Напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Кормак, пронзающий Биви. Бой, герой!
Мне кажется, паладина, что надо раздать кулак. Запускать. Сейчас великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Кому-то надо будет что-то скажете. Появится грозный демон.
так! Ты покорен мне, демон! Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Перед вами Джараксус, эредарский повелитель Галанского легиона! Повелители демонов на воинов Орды? Ваша смерть будет быстрой! В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде! Хорошо, да будет так! Сражайтесь с честью! Сражайтесь во славу Альянса, герои! Во имя вашего короля! Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем! За Орду! Турбо-квадрат. Я треугольник. Ромбик Шреддер. Локи. Три изгнания, три страха по луне. По черепу контролит. Сумервиль император. Лупер. Крест контролит. Кингайз. Локи свободные. Вистанная от ретриков. Первого бьем звезду, как всегда, второго ханта, потом череп или крест. Чек. Сейчас.
если убьете, скажете. Убили. Кружок бейте. Вы можете киску забрать? Кружок убьете, скажете. Крест бейте. Слишком далеко. Не достаю. Слишком далеко. Почему у нас варлок не в контроле? Ой, не варлок, блядь, друид. Не знаю. К локам вопрос, может, они пидоры. Уже. Нормально контроль. Вроде кинули эфир. Дальше кого? Череп. Не сейчас. Нужно подойти. Я пока не могу использовать эту способность. Диспел. Луну. Беги, малышка, беги! Сестру добивайте. Потом кружок. Треугольник не надо, пока бить. Кружок. После кружка можете треугольник бить. Пока не запускайте. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великий вой, сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязание... Будет резать венка, потому что уже вышел. Потому что пидор кто-то здесь. Уебок. Говорю, не запускать. Вот кто не в дисе, тут, блядь, и он запустил, вот он просто, блядь, как уебал бы. Корову видишь? Маг у нас есть такой в рейде.
Вот ему уеби. Танки там распределились. Сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов! Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели Ледяной Короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь, и я получу тебе заслуженную смерть. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю. Что это за ненавязчивая реклама? Умно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Затейливать.
Че, зерга? Это место станет вашей могилой. Лужи делаем? РДД. Жуки закопаются, вы понетесь. Жука на лужу. Турбо, иди к жуку. Он так закопается. Копателя играть. Поставьте его на лед. Да нахуй идите на лед, где жук стоит, я. Тут новички играют, которые первый раз в этом инсте. Они не понимают, что происходит. Я понял. Жуки вышли, все равно это самое. Хотя как хотите, можно и не играть. Пожаловать на испытания крестоносцев. К соревнованиям будут допущены лишь самые сильные бойцы всего Азерота. Вы в числе избранных. Кингайз, ты в Дисе? Да, я здесь. Если кому-то нужна, будет шмотка, с ними разрулишь. Ткани, которые тебе скинут. Да, окей. Какой-то лоб был. 237. Может, спросит. Дай портал в шатрат, чтоб там не... блять. Плащ можно. Yeah.
нас не забыли. А Присти носит кинжал? Да, да. Да. Скажите мне лучше, как на форуме выбрать персонажа? Тыкайте на свой.
Танки там разобрались, кто на ком. Лапку пристымам, дайте. Единственная настоящая сила в запределье — это гроб! Маги, диспель, ты щит. Чё, там добили? Да.
теле. На кубы нужны только ровные ребята. Всего тебе хорошего. Сейчас посмотрим приз ты в Дисе. Да хранит тебя свет. В Дисе. Зачем Дис, да? А, ты сказал прист, или не услышал, сорян. Да, я тут. Ты Риз? Да. Я посмотрю. Чё, вступай в гильдию. Да я же так. Так, а чё у тебя за гильдия? Hello Kitty. У нас лучшая гильдия. Что может быть? Ну там дьявольских котят. С относительным переменным успехом, потому что типа студент. Смотри, у меня сейчас тип не будет где-то полтора месяца точно. Ну я посмотрю, там ролить или не ролить, не знаю. Если из гильдии надо будет людям, заанролю многие. Если нет, кину на ролл. Ну хорошо. Не, ну как бы самому не к спеху на пристана моего ТНК, но если так по КД людям раздавать, тем более тем, которые не в гильдии, то мой прист всегда будет в бомже шмоте. У кого ТНК, у кого-то первый персонаж. У кого-то гильдия крутая, а у кого-то не очень. Тоже верно. То есть уже так заманиваюсь, решил. Не, ну, раз челик студент, полтора месяца не будет. За эти полтора месяца там уже 10 коней с лича выпадут. Так, я вот тут думаю, кого на кубы поставить, то не прослакает. Ярости недостаточно. Танки, кто из вас будет свободен? Шреддер? Малекот, если ты в Дисе, он через Ctrl достается типа. Не, выходим, а то хилы обосрались, походу. Да, мало хилов. Не агрите много трэша. Кто упал, вставайте. Давайте бегите. Слишком много трэша.
Все вставайте и бегите. Все, кто упал, вставайте и бегите. Косты надо сбивать. Залп стрел. Их надо сбивать, тогда не будет вайпа. Именно как я уже давал. Тут доты убивают. Да это фигня. Но фигня, которая не просили. Все, мем, когда я не могу зайти. Так нечего 100 раз вздыхать. Кто тебе вот там виноват? Лапу.
ждать вашей погибели. Его и запределье будет моим. Что это, блядь, за танцы со звездами? Пошли к кубам. Кубам. После откидывания будет пружинка кубов. Пошли к вам. Приготовились. Сейчас будет каст. Прожимаем. Маги, дай СТП, пожалуйста. Турбо, ради Христа, не крутило в следующий раз. Две череды из трех ушли, блядь, просто в вейд. Я и думаю, куда мои все проки улетели.
пизду. Так, парни, не расходимся, на Никсю десятку нужен народ. Малики туда, мы там сами смотрите. Так, там два куска Т4. Кому-то в гильдии надо эти штаны? Сумер или обмен? Кто там еще ролил? Давай посмотрим. ДК ролил. Чопс, тебе надо плечи? Давай, тебе отдам тогда. Я Чопсу отдал токен.